если бы у вас был миллион, как бы его разделили, этот миллион, между собой, мной и Федором Бондарчуком? Поровну. Точно? Подпишите здесь. Скажите, пожалуйста, кто из импрессионистов нравится вам больше всего? Малевич. Конкурса приз 100 тысяч долларов США. Я хотела бы вручить небольшой подарок девушке, которую зовут Юлия Лапаева, номер 32. Я бы хотела вручить свой приз 10 тысяч евро. Это номер 9. Александр. Вице-мисс, нашим жюри признана дядечка Анна. Первый вице-мисс России становится Алла Третьякова. Перед тем, как назвать фамилию, попрошу начать весь зал аплодировать. Александра Ивановская. するような恋人たちの